Приветствую вас, пользователи интернета, подписчики и гости канала Дитрих ТВ. Сегодня я расскажу вам об одном из способов, как обезопасить свой компьютер от вредоносных программ и не стать жертвой интернет-мошенников. На сегодняшний день современная сеть интернет является очень продвинутой и динамически развивающейся. Мы пользуемся интернетом для общения с друзьями и близкими, играем в игры, делимся яркими впечатлениями, узнаем что-то новое, совершаем покупки и ведем бизнес. И вообще, трудно себе представить жизнь современного человека без интернета. Но вместе с этим также развиваются и совершенствуются различные вредоносные программные продукты, которые можно назвать общим термином «компьютерные вирусы». Всякий человек, имеющий дело с компьютерами, несомненно, много раз встречался с понятием «вирус», «троян», «троянский конь» и тому подобное. Особенно это касается тех людей, чьи дети склонны к такому поведению. Я буду устраивать спецсиник. Вредоносные программы легко проникают в незащищенный компьютер вместе с электронными сообщениями через поддельные сайты, скачанным из интернета непроверенным программным обеспечением и многими другими способами. Если на вашем компьютере не установлена современная антивирусная программа, то безопасность хранимой информации на вашем ПК подвержена серьезной угрозе, ведь среднее время заражения подключенного к сети интернет-компьютера с отключенным антивирусом составляет примерно 1 час. Сегодня количество известных вирусов не поддается строгому учету и постоянно увеличивается. По приблизительным оценкам специалистов, ведущих борьбу с вредоносными программами, в среднем ежедневно появляется около 30 новых вирусов, которые в большинстве случаев направлены на обогащение своего создателя путем воровства конфиденциальной информации незащищенных пользователей. В свою очередь, многие пользователи пренебрегают защитой настольного ПК и работают на своем устройстве без антивируса, надеясь на то, что в интернете нет вирусов или вредоносных файлов, способных навредить вам и вашему железному другу. Такие действия играют хакерам на руку. Если в ваш ПК проникают вирусы, то в лучшем случае он начинает работать намного медленнее, а со временем может и вовсе выйти из строя. В худшем же ваша конфиденциальная информация о логинах и паролях доступа к веб-сайтам, социальным сетям, реквизиты доступа к интернет-банкам и данные ваших кредитных карт могут стать достоянием злоумышленников, которые постараются похитить ваши денежные средства. Первым этапом защиты данных вашего компьютера является установка антивирусного программного обеспечения, способного с большей долей вероятности защитить компьютер от проникновения вирусов, троянских программ, сетевых червей и прочего вредоносного программного обеспечения. Одним из таких антивирусов является новейшая разработка российских специалистов, который называется Grizzly Pro. Это мощный помощник в борьбе со всеми видами компьютерных вирусов. Grizzly защищает от трояна, блокировщиков экрана, программ-шпионов и рекламных тизерных программ, шифровальщиков и других распространенных и не столь известных типов вирусов. Особое внимание при разработке данного антивируса было уделено быстродействию программы и снижению нагрузки на ПК. Таким образом, ориентируясь на требования современных пользователей, удалось разработать уникальный программный продукт, сочетающий в себе высокую степень надежности и низкую потребляемость ресурсов компьютера, так что вы не ощутите зависание или потерь производительности. Программа очень понятна и проста в управлении, даже если у вас до этого не было опыта использования такого рода программного обеспечения. Здесь каждая вкладка отвечает за свои задачи, и даже новичок с легкостью во всем разберется, а варианты для бизнеса и профессионалов позволят более точно и четко защитить данные клиентов и работников предприятия. Также меня порадовала цена данного продукта, которая на порядок ниже, чем у конкурентов. Загружайте прямо сейчас бесплатную версию на сайте grizzly-pro.ru. Проверяйте компьютер на вирусы и не бойтесь пользоваться интернетом. Все будет под защитой. Проверено антивирусом Grizzly.